Здравствуйте, рады мы. А то я мне рад, тоже здравствуйте. Вот эти вот жулики. Сейчас утро пришло. Утром тихонечко пришло. Спали здесь. Вот прямо здесь. А Флодиха. Флодиха, вот я с Маша. Вот здесь спала. Вот они маленькие. Сопляжуйчики. Холодно им сегодня минус два было утром. Холодная. Прямо на земле, рады мои. Просто земля. Вот Владиха. Молодец, Помаша. Это второй день. Кушай. Кушай, родная молодежь. И эти главное выгнала. Выгнала. Вот. Не отсаживаю ничего, видите. Говорю, свиноводство для самых ленивых. У меня первый вопрос вот этими вот. Они как поросились вот эти. Вот эти. Тут и хряк ходил, Илюша. Все нормально. Даже никого не укусил, ничего. И Владиха. Ну все, это второй день. Сейчас воды налью. Кстати, вчера я не заметил, как она поросилась. И уже позже. Вот есть такая, как сказать, фейк такой, что если пить хочет, сам, значит, съест поросет. Рада моя пить хотела, потому что я воды принес, прибежал, всех столкал, пила. И случайно вот здесь увидел поросенка, брат нашел. Вот здесь. Ёшкин кот, думаю, поросёночек, пошел туда, а там их, блин, еще 8. Вот это взял, уже Флодиха вернулся, и туда его, вот они там все сидят. Здесь-то, да здесь никого нет. Нет. Ну все, ну ладно. Вот кошак зашел. Каспер, ты такой идешь, блин. Да, Флодиха, гоняй, блин. Ну ладно, кстати, нравлики, не нравлики, пишите отзывы. До свидания, родные.